Привет, друзья и гости моего канала. Хочу вам рассказать о своей малине, которую я купила в прошлом году. Я купила 10 кустов. Фирма ФОП, по-моему, со Львова. У меня документы есть, это можно посмотреть. Я сейчас на даче, документы дома. Значит, посмотрите. Я купила несколько сортов. Вот этот вот сорт. Сейчас вытру. Вот. Называется малина Ремонтанте Гигант Помаранчево. Помаранчево, то есть апельсину такого цвета. Да? Вот что у меня вышло. Вот какая выросла малинка. Гигант. Никакой не гигант, а обыкновенная. Ну, чуть-чуть побольше, чем обычная малиночка. Но, вы видите, обычная розового цвета. Обычно малинового цвета. Вот второй паганец от нее пошел. Тоже, как вы можете видеть, малиновый. И маленькие малиновые ягодки. Это у нас был, еще раз повторю, малина Гигант Помаранчево. Вот код. Ой. Так видно код. Вот. Теперь дальше. Вот я купила. Сейчас. А вот еще. Это помаранчево дыло. То же самое должно быть такого апельсинового цвета. Но она у меня не принялась, не высохла. Теперь вот. Еще одна. Здесь малина помаранчевая тоже. Помаранчевое дыло. Но здесь я не могу ничего сказать, потому что здесь она еще вот цветет. Об этом кусте ничего не могу сказать. Вот еще один куст. Гигант помаранчевый. Вот, и как вы можете наблюдать, от этого гиганта вот такие вот небольшие ягодки розового цвета. Теперь следующий куст у меня не принялся. Это у меня гигант помаранчевый тоже не принялся. Так, здесь тоже. Не могу посмотреть, потому что только начинает цвести, господи. А здесь у меня... Ой, сейчас. Каскад. О, господи. Делайт. Каскад Делайт. То есть здесь должна быть такая... Темная. И здесь у меня малина помаранчевая дыла. Она тоже, к сожалению, только цветет, ягодки только-только. Ну, посмотрим, какая она будет. Это хороший кустик. Посмотрим, что за куст. Хоть один, может быть, будет помаранчевый. Так, а здесь у меня каскад Делайт. Тоже неизвестно какой. Один выпустил паганец. Неизвестно какой он будет. Ну вот такая вот у меня помаранчевая. Помаранчево-розовая получилась. Не розовая, малиновая. Обычная малиновая малина. Так что приеду домой. Выставлю документы. У меня все сохранилось. И коробочки, и документы.
вот я нашла документы. Товарный чек, номер. И вот адрес, город Львов, офис Томсад. А вот то, что я покупала. Так. Малина, гигант, помаранчево, каскад, далай, помаранчево, дыва. И вот сколько я их покупала. 3, 4 и 3. 10 саджанцев. 10 веточек. Дякую вам за покупку. Вот так вот. Товарный чек. Еще раз говорю. Домсад. Никому не рекомендую у них что-либо заказывать после того, как я купила, разочаровалась полностью. Поэтому малину не рекомендую я у них покупать. Не знаю, как другой, потому что у них там очень большой ассортимент. Но малины именно вот такие. Не рекомендую. Все, всем пока-пока.